Всем привет, с вами Прио. Небольшое обновление произошло на бете тестовых серверов Battle for Azeroth, и несколько изменилась покупка боевых питомцев, улучшений для них и всего прочего. В текущий момент существует только одна валюта питомцев, та, которая с вот этим вот именно значком. Блестящий оберег для питомца. На живых серверах, по-моему, он называется как-то иначе. Ох, какой сладкий звук сейчас прозвучал. На живых серверах он просто называется оберег для питомца. В целом ничего не поменялось. И также за эти обереги можно покупать питомцев и радоваться жизни. И все казалось бы хорошо. И игрушечку можно покупать. И все в целом классно. Но если в текущий момент на живых серверах подойти к львице Лио, то она за самые обычные вот эти обереги для питомцев будет продавать камушки для улучшений наших покемонов. А вот на бете все не так. Введены новые баджики. Они будут даваться за локалки, связанные с питомцами. Они будут даваться за квесты соратников в Battle for Azeroth. И еще будет парочку способов добычи, но они уже раскроются чуточку позже. Но они точно будут, это стопроцентно. Так что как-то так. Если в текущий момент вам хочется поулучшать своих питомцев, покачать им левел или поднять их до редкого качества, то намного лучше сделать это именно сейчас, используя старые обереги для питомцев, чем потом сидеть и работать над получением новых отполированных оберегов. Вот такая вот интересная информация в мире питомцев. Мир, который на самом деле не особо меня привлекал в последнее время. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Ума вам побольше и здоровья. До скорого.